Жил черный человек на своей земле. Щедро отдавала она свои плоды ему, ибо трудился он на ней в поте лица своего, как трудились и отец его, и дед, и прадед. Но как-то раз на земле человека появился некий гость. Гость растрогался. Какая богатая земля! Мне чертовски повезло, что я здесь первый из зверей. Смотри, человек, не слишком ли бесцеремонен твой гость? А, черт! Человек увлеченно приобщался к высокой цивилизации, слон сожрал все, что мог. А так как пошел дождь, то настала очередь хижины. Человек обрадовался, что высокий гость лично посетил его скромное жилище. Но у слона были свои планы. Ты удивлен, что так получилось, человек? Погоди. Господин слон сейчас тебе все объяснит. Видишь ли, парень, твоя черная кожа покрепче моей,
да и здесь нет места для двоих. Так что оставайся там, а я тут. Не скучай. Происходит, спросил неожиданно появившийся лев. Он отнял у меня хижину. Как ты смеешь клеветать на моего лучшего друга? Под суд! Уже и под судом, человек. Слово потерпевшему, объявил председатель лев. Господин председатель, уважаемые господа, я глубоко тронут вашим горячим желанием защитить меня от грубых нападок моего отсталого черного друга. Благодарю вас. Благодарю. Но, господа, прошу вас, будьте снисходительны к бедному черному человеку. Ему надо терпеливо объяснить, что в обмен на щедрые дары нашей цивилизации он обязан отдать то, что у него есть. Плоды, хижину, землю. А не вызывать возбуждение безответственными протестами. Высокого и авторитетного суда. Обвинение. Человек, слушай же решение суда. Умышленное нападение на господина слона. Присвоение имущества господина слона. Сигарет и журналов. Виновен. Решение наверняка будет справедливым. Попытка вломиться в хижину. Ведь господа звери известны как беспристрастные джентльмены. Издавна самим Богом призваны охранять интересы низших рас. Виновен по всем пунктам и заслуживает самого строгого наказания. Но, учитывая отсталость и дикость человека, суд считает возможным на первый раз простить его и разрешить ему построить себе новую хижину. Вот видишь, какие доброжелательные судьи. Сама справедливость.
Что же ты теперь будешь делать? Хорошо еще, что они не стали судить тебя за новые преступления. Воистину, они к тебе доброжелательны. А может быть, ты действительно виновен? Виновен в том, что не похож на них. Виновен в том, что это твоя земля. Надо же что-то делать. И человек решил действовать. Одна на всех. Дорого обошлось человеку знакомство со звериной цивилизацией, но зато он многое понял и многому научился.